Жители города Карачаевска и станицы Преградной теперь не боятся паводков, потому что в этих населенных пунктах были проведены масштабные берегоукрепительные работы, которые позволят защитить население и объекты социального значения от подтопления. А сегодня состоялось торжественное открытие дамб сразу на двух участках. На реке Уруп, что в станице Преградной, и на реке Теберда в Карачаевске, на котором присутствовали многочисленные гости и заместители руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб, которая дала высокую оценку проделанной на объектах работе и особо подчеркнула хорошие темпы строительства. Все берегоукрепительные работы были завершены намного раньше плана, по которому окончание работы было намечено на конец 2023 года. Добавим, что строительство дамб финансировалось из резервного фонда Федерального агентства водных ресурсов. Общая их стоимость – 365 миллионов рублей. Мы сегодня убедились, насколько этот объект, во-первых, важен для населения, потому что сегодня те горячие глаза населения, которые мы увидели, да, действительно для них это очень важно, потому что ежегодно они подвергались затоплению, их дома, и многие объекты социального значения, мы вот стоим рядом возле заправочной станции, и была угроза ее затопления. На самом деле это действительно очень важное мероприятие, и самое главное, что реализация этого мероприятия не просто позволила защитить более 700 человек населения, которые здесь проживают, да, но вместе с тем дать еще один толчок для развития этой территории, этого региона. И очень важно отметить, что благодаря активной, прежде всего, позиции правительства республики данное мероприятие было завершено досрочно.